Всем привет, дорогие друзья, с вами программа ДВР, диван вопросов от родителей, и сегодня у нас очень неожиданный, замечательный человек, Пархат. Пархат, представьте полностью, пожалуйста, и расскажи, кто ты вообще такой, минуточку внимания. Всем привет, как уже сказал Никита, меня зовут Пархат, первая буква П, я всегда это подчеркиваю, потому что есть разные интерпретации моего имени, так вот самое правильное это начинающееся с буквы П. Я занимаюсь маркетингом, я верующий, друг Никиты. И, собственно, Давай сразу же к вопросам. Давно ты верующий? Программа-то ДВР. Я бы сказал, сколько я себя помню, столько верующий. Но если конкретно, наверное, то лет с 6 примерно. С 6 лет. То есть, да, моя мама пришла в церковь, соответственно, покаялась, за мамой пришли все мы. Было ли в твоей жизни место миру, как это говорится? И что вообще это для тебя значит? Ну, миру место есть, наверное, всегда. Потому что мы не можем из него выйти окончательно, бесповоротно. Да? И если, может быть, кто будет смотреть это видео, и мир здесь подразумевается, это все то, что есть за пределами церкви. Да, наверное? Да. То есть... Молодец, объяснил. Вот. И да, это такой, как скажем, может быть, в каком-то смысле, ну, не сленг, но своего рода такие, да, словечки людей, которые ходят в церковь, то есть все, что за пределами церкви, мы назовем это миром. И я считаю, что место не то, что было, оно в каком-то смысле, может быть, и остается. То есть остается в каком смысле, ты мог бы уточнить? Да, я считаю, что невозможно взять и просто отделиться хорошо от мира и не быть, да, ну, то есть это все естественная среда обитания, то есть ты не можешь просто взять и уехать. Это наталкивает на мысли. Вот ты говоришь, мир — это все, что вне церкви. Что в основном окружает тебя вне церкви? Или наоборот, что окружает тебя в церкви, чтобы мы поняли, что все остальное — это не то? На мой взгляд, что и в церкви есть мир, если говорить вот именно про мирскую составляющую. Так, как сделать так, чтобы зритель запутался? Готово. Так, я сейчас говорю о том, что мир, на самом деле, он есть везде, потому что невозможно. Церковь — это не какое-то святое место, где просто царит святость, и на этом как бы точка. Я имею в виду, что там, ну, ты заходишь туда, и все, и там автоматически ты становишься просто человеком, который никогда не врет. То есть ты так считаешь, да? Да, я считаю так, потому что, будучи даже христианином много лет, не то что можно, само Писание говорит о том, что все мы согрешаем, и поэтому... Хорошо, а часто ли ты согрешаешь? Часто ли ловишь себя на мысли, осуждения там? Ну, я думаю, что... Частенько. Частенько. Ну, смотрите, откровенный разговор, очень хорошо. Давайте мы пока не будем в это углубляться. Ты рос в христианской семье, я правильно понимаю. Что вам, какие особенности воспитания были? Дрались ли вы, пинали друг друга, там, задирали? Как проходило? На самом деле это вот очень ценный и правильный вопрос, потому что осознаешь это спустя годы уже, оборачиваясь назад и анализируя, может быть, свои какие-то семейные взаимоотношения, то, что говорила там мама, то, как ты, в принципе, возрастаешь, да, вот в этом окружении церкви и семьи, где, да, ценятся какие-то качества и ценности, которые прописаны, ну, непосредственно Богом. И это очень сильно влияет на тебя, как, ну, на личность, как на ребенка. Но при этом всем у тебя, можно сказать, ну, то детство, которое есть по большей части, наверное, у каждого. То есть, например, выходишь ты во двор, да, наверное, стандартная ситуация у каждого ребенка. Там, наверное, ну вот мальчики, например, задирают тебя. Что вот эти принципы, как ты их называешь, какую роль они играли? Ну, и играли ли вообще? Да, не играли. На самом деле, я вспоминаю и понимаю, что время от времени как-то ты иногда не отдаешь полностью себе отчет в том, что ты делаешь. То есть, может быть, там в силу возраста, там тебе 7 лет, 6, 5, 8 лет. И да, есть моменты, которые, ну, ты как бы там тебя задирают, ну и ты там задираешься, скажем так. Но будучи там, как проходит время, например, там 10 лет, 11 лет, я четко помню, что я всячески старался избегать этих моментов, на самом деле,
Ну, смотри, ты говоришь достаточно общими такими, описываешь все, но не вдаешься в детали. Давай какой-нибудь жесткий момент из детства, который ты помнишь, за который, возможно, тебе даже сейчас стыдно. На смысл этой программы, я хочу повториться, друзья, чтобы дети верующих родителей, да и дети неверующих родителей могли осознать, что, возможно, у детей верующих родителей были такие же трудности, а может быть и нет, какие были у обычных детей. Вот я как раз из тех детей, у которых, наверное, были разные периоды детства. Это были как детство. Это были как и такие довольно сложные периоды. Периоды, когда я в каком-то смысле протестовал против, да, моментов, в том числе на самом деле и церкви. Протестантом стал. Потому что каждому ребенку, независимо от в какой семье он родился, в суперхристианской или там наполовину, в пасторской, неважно какой, им есть момент, где он сам определяется, как ему дальше идти и следовать по жизни. Mm-hmm. И здесь никакие там, если мне 8-10 лет, мама меня будет в воскресенье в церковь, и я должен встать и пойти в церковь, то уже будучи, когда тебе лет 16-17-18, ты имеешь полное право, собственно говоря, сказать нет, и тебя никто туда тащить за уши не будет. Имеешь право. Имеешь право. Mm-hmm. И говоря вот как раз, точнее отвечая на вопрос, были ли какие-то моменты, за которые мне стыдно, да, безусловно, были. А жесткий какой-то конкретный момент? Ну, жесткий, да, я очень хорошо помню в школе с какого-то класса я понял, что хулиганство — это прикольно. Так, с этого момента поподробнее. У меня были такие всякие моменты очень, то есть меня одновременно любили учителям, за мою там открытость, искренность, и в то же самое время я очень много делал каких-то вещей, таких непонятных мне до сих пор. Я участвовал, например, там в поджоге журнала, к примеру, зачем-то, я не знаю зачем. И на тот, ну как бы, я сейчас вспоминаю, и все равно ты, то есть самый главный момент, что ты не отдаешь оценку своим действиям, вот я считаю так. То есть я, если бы я понимал, что это такое реально, то я бы этого не делал. А так это все как-то получается по какому-то такому фану. Ну вот и таких моментов достаточно много, в основном они связаны со школой. Ну хорошо, давай немножко все равно о тебе уже настоящем. Ты уже сформировался в конце концов. Ты занимаешься служением сейчас или помогаешь? В данный период времени вот сказать, что у меня конкретно есть какое-то служение в церкви, нет. Но я, скажем так, на подхвате, везде, mm-hmm. где это там возможно, я пытаюсь подключиться, помочь, участвовать, и таких на самом деле, ну, моментов довольно много. Слово «служение», что оно для тебя значит, и как ты думаешь, формат служения за время существования церкви изменился? Как, если ты служишь там вне церкви, то как? Я думаю, что он не изменился, то есть принцип его точно не изменился, изменилась, может быть, форма служения. А сам принцип, который на страницах, да, Нового Завета нам Иисус показал, как нужно служить и как это происходит, я думаю, что вот как раз принцип, он не изменился. То есть это твоя мотивация, это любовь к Богу и любовь к людям. Это сильные слова. Я так чувствую по разговору, что ты человек, который читал Библию. Было дело неоднократно. Наверняка ты даже знаешь такую книгу, книгу «Притч». Безусловно. Давай сейчас немножко прервемся, у нас такие разговоры, на небольшую рубрику. Ты должен будешь угадать, цитата ли это из пацанского цитатника или это из книги «Притч». Рубрика «Пацанский цитатник» или «Книга «Притч». Итак, глаза слепы, искать надо сердцем. Я должен сказать, откуда это? Да. Ну, честно, может быть, это какой-то там суперновый перевод, но я такого почему-то не припоминаю. А окончательный ответ? Глаза слепы, искать нужно сердце. Ну, очень похоже как бы на Соломона, но я почему-то скажу, что... Это не Соломон. Не Соломон. Правильно. Не смотри на вихри бушующие, мудрость наставляющего внимай. Мудрость. Ну, некоторые цитаты я, кстати, придумал сам. Да, я это прям чувствую. Ладно. Не ссорься ни с кем без повода, когда тебе не причинили зла.
Вот, вот это по-пацански. Ну, нет, это, мне кажется, что, безусловно, не притча. Это книга притч. Ладно. Потому что мудрость дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобой с ней не сравнится. Да. Согласен. И что же это? Ну, это притча. И это так. Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти. Ну, мне кажется, это какой-нибудь Роберт Киосаки, может быть. Вполне возможно, но... Научи мудреца, и он станет еще мудрее. Праведника наставь, и он познание приумножит. Да, это притча. Ладно, сейчас перейдем к сложному. Цитата. «А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать». Я скажу точно даже главу и стих этого местописания, отрывка. Это из послания... великого нашего. Дорогие друзья, Пархат замечательно справился. Давайте ему поаплодируем. Зал. Хорошо, что для тебя такое жизнь? Буквально сюда, когда ехал на интервью, мне почему-то сразу вспомнилась песня «Есть только миг». Я ее просто слушал на радио, и я вот понимаю, что... Жизнь... Это не пропаганда. Жизнь — это то, что происходит сейчас, здесь и со мной. Вот это жизнь. Известно ли тебе твое призвание? Вопрос призвания на самом деле вообще штука непростая. Это да. На мой взгляд. Вот. И... Я понимаю, что у меня есть, если говорить честно, не то, что прям откровение, но я понимаю, к чему я призван. И я верю, что оно... И к чему же? Я понимаю, что через меня мое призвание влиять на людей. Сильно. Влиять на массу людей, да. Я понимаю, посредством чего я это хочу сделать. И влиять, естественно, в лучшую, в самую положительную сторону, то есть... Вот. Какой главный принцип тебе передали твои родители? Учиться доверять Богу и оправдывать людей. Ну, это же два принципа, а не... Да, но они такие очень-очень серьезные. То есть, если говорить про... Ну, если выделить главные... то вот это, наверное, вот эти два. Хорошо, вот сейчас, наверное, тебе нужно будет дать короткое послание, которое бы... Вот если бы у тебя был один... Ты сказал, что жизнь — это миг. Если бы у тебя был один миг, и тебе бы сказали одну фразу, что бы ты сейчас передал нашему дорогому зрителю, который сейчас нас лицезреет? Самый главный совет твоей жизни. Самый главный совет. Я в этом глубоко убежден, что каждому из нас необходимо... познавать, что есть любовь Бога в конкретно в свой адрес. Я верю, что через это мы имеем доступ абсолютно ко всему. Через вот откровение любви Бога о себе. Не мог бы ты вот немножко чуть больше затронуть тему твоих личных взаимоотношений с ним? Когда у тебя была первая встреча? Первая встреча, я считаю, что она была в лет, наверное, 8-9, довольно рано. Как-то вот не то чтобы понял, но как-то пережил такие взаимоотношения с Богом. Естественно, потом были разные периоды в жизни, когда ты чувствуешь близость Бога и так далее. Но вот да, есть определенные, которые ты как бы запоминаешь. Вот. И, соответственно, сейчас такой период довольно приятный. И я прям понимаю, что я переживаю Бога в своей жизни каждый день. И, в принципе, это нормально для как бы верующего человека. Но бывают разные периоды в жизни, когда, может быть, отвлекаешься на рутину, бывают какие-то проблемы, фокус смещается, ну и так далее. То вот сейчас я понимаю, что такой период, где я понимаю, что Бог близок, как никогда. Твоя любимая рубрика «Тест на знание Библии». Ты сказал, что ты ее знаешь. Кто стал царем Израиля после Давида в соответствии с первой книгой Царств 1.39?
Рут, Ахав, Соломон или Илия? Соломон. Ладно, это правильный ответ. Как звали сестру Аарона? Ревека, Мирьям, Анна или Лия? Аарона? Аарона. Еще раз, можно мне, пожалуйста, повторить? Как звали сестру Аарона? Имена. Мирьям, Ревека, Анна, Лия. Это верный ответ. Сколько мужчин убил судья Самсон ослиной челюстью? 500, 300, 1000 или 3000? Помню, что 1000 вроде бы. Это правильный ответ. И смотрите, он даже не смотрит мне сюда в подсказки. Какое животное в книге чисел, глава 22, говорил с человеком, который был верхом? Лошадь, мул, осел или верблюд? Осел. Дорогие друзья, с нами специалист по знанию Библии. Я предлагаю ему поаплодировать. Все, простые вопросы. Спасибо тебе. Ты уже сказал самые главные слова. Да. Наверное, тебе нужно сейчас попрощаться. И, может быть, еще что-то хочешь пожелать нашим юным зрителям? Друзья, всем пока. Очень рад повидаться был бы с каждым, кто на меня посмотрел. И лично проговорить момент как раз моего совета, потому что это действительно вроде бы банальная, но очень глубокая тема, через которую действительно сегодня я верю, что христианин может твердо стоять и быть непобедимым. Вот. Вау, это очень. Дорогие друзья, с вами был ДВР, с вами был Пархат, с вами был я, с вами неловкие обнимашки. Очень ловкие. Очень ловкие обнимашки. Если вы хотите вторую серию с Пархатом, тогда ставьте там большие пальцы или переходите на сайт канала, или где вы нас смотрите, там и продолжайте смотреть. Пока!